Сергій Стужук, тренер з публічних виступів, регіональний координатор секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Знає всі секрети успішних виступів. Ми раді вітати вас у нашій ранковій студії. Доброго ранку! Доброго ранку! Анонсували вже нашим глядачам, що поговоримо з вами про ефективну комунікацію за методами спецслужб. Але ось особисто у мене невеличкий такий дисонанс. При чому тут публічні виступи, комунікація і методологія спецслужб? Добрый день, дорогие друзья. На самом деле, получается так, что очень многое в нашем мире, на самом деле, происходит от противостояния сил. Скажем, спецслужб, армии и так далее и тому подобное. Ракеты в космос полетели, потому что они понадобились в начале армии. Ручки, которыми вы пишете, то же самое от летчиков. НЛП, нейролингвистическое программирование, опять же, придумано ЦРУшником. Ну и скажу так, из оставшихся моментов, даже атомная энергия и... Такие сумочки у ребят сейчас очень модные под плечами. Это от кобуры. Просто оперативная кобура, чтобы было удобно работать. Поэтому очень многие изобретения человечество вначале получило благодаря тому, что они были необходимы для безопасности. И только потом они перешли в нашу обычную жизнь. Было бы глупо, если бы я из опыта своей работы не перенес бы некоторые инструменты, которые сегодня помогали бы людям. То есть это секретная информация? Секретную информацию... Нельзя рассказывать. Это информация, которая была секретной, а сегодня не секретная. Ну тож, діліться, які ж це секрети, якими можна поділитися і які стануть нагоді кожному миколаївцю для успішної комунікації. Мы сегодня рассмотрим как бы приемы в двух сферах. И публичное выступление, и индивидуальная коммуникация. Некоторые я старался подобрать, чтобы они были универсальными. Ну, буду об этом говорить. Ну и главное, что мы должны представить себе, что ДНК человека и свиньи на 95% совпадает. Вот это такой вот факт, который мало кто знает, но это действительно так. Поэтому изучить свинью, ее поведение психологическое, несложно. Остается 5% человека. Поэтому, изучив это, вы можете делать все, что угодно. Вот. Поэтому это играет роль. Я в свое время работал в системе. Я полковник государственной службы по борьбе с экономической преступностью. И уже 4 года чищу карму, работаю, помогаю людям в другой сфере. И первый, вы знаете... Прием я хочу поделиться с людьми, который поможет и в индивидуальной коммуникации, и в публичных выступлениях. Это умение понравиться. Вот такое, казалось бы, ненужная вещь, ну, девушкам, парням, когда нужно познакомиться. На самом деле в деловой коммуникации, в политической это очень важный аспект. И самый главный секрет в том, что люди зачастую принимают решения не просто почему-то и даже не под весом каких-то аргументов, а просто потому, что им спикер понравился. Он сделал атмосферу. Не только внешне, может быть, своими действиями и так далі, тому подобное. Поэтому... Знаєте, не один раз і я так попадалась на цей гачок, коли якісь у мене були розмови, перемовини, то я обирала позитивну відповідь, тому що ну гарна ж людина, ну як можна відмовити? Ну не обманюєш. Мошенники этим пользуются. Они часто соприкасаются. Был у меня один мошенник, кстати, который еще в подразделении, пока расследовалось дело его мошенничества, обманул двух следователей. Да, это факт, действительно был в 98-м году. Итак, очень простое. Прежде чем мы открыли рот, прежде чем мы подошли к человеку и что-то сказали, или даже перед аудиторией, она нас сканирует. Доверять человеку, нравится, не нравится, плюс-минус, свой-чужой. И что сделать? Очень просто. Мы на самом деле, когда нам нравятся люди, мы это делаем. Мы за собой это не замечаем. А если бывает коммуникация, когда тебе нужно пообщаться не с человеком, который тебе нравится, а с человеком, который надо. Поэтому приемы очень простые. Первый – это обязательно зрительный контакт. Мы часто этого не делаем. Когда мы едем в машине, мы смотрим вперед и разговариваем с собеседником. Если вы за рулем, смотрите только на дорогу. Но даже за столом мы смотрим не на человека. Это неправильно. Всегда максимально, не 100%, но приближены к этому. Очень-очень. Зрительный контакт. Конечно, да. Если это вы давно знакомы, смотрите сразу. Если недавно, то по-другому. Итак, первое – обязательно зрительный контакт. Второе – это улыбка. Людям нравится, когда они улыбаются, когда улыбаются искренне. Какая искренне? Чем отличается искренняя от неискренней улыбки? Ну, мабуть, эмоциями. Она натянута такая, очи не посмехаются. Вот, как сказать, глаза должны улыбаться. Когда вот искренне улыбаемся, улыбается человек, мы видим это. Когда не искренне, мы не... А что должно делать? Как изобразить самому? Как радоваться? Не можешь здесь улыбка и здесь улыбочки?
Все очень просто. Вот сейчас у вас была естественная улыбка. Когда люди улыбаются неестественно, это улыбаются ртом. Просто очень рад вас видеть. Американская улыбка. На самом деле нужно улыбаться всем лицом. И в первую очередь это глаза. Глаза улыбаются, они сужаются, появляются маленькие морщинки. Когда действительно рад видеть, и уже оно естественно получается. Сужение здесь. Вы так сможете сканировать человека. Естественная улыбка. То есть зрительный контакт, улыбка и очень необычный момент. Одно дело, когда вы смотрите просто человеку, ровно держа голову, и совсем, когда вы немножечко наклонили. Вы это делаете непроизвольно, и всегда это вызывает симпатию к вам. И когда вы интересуетесь чем-то, вы как... Ну-ка, расскажи подробнее, как? Вот и все. Поэтому зрительный контакт, улыбка и... А мені завжди кажуть, що ти нахиляєш голову і нахиляєш, наче тебе сила тяжіння туди відклони. Ні, то в мене зацікавленість до вас, мої любі співрозмовники. Вот, іменно правильно так. Видите, у нас даже зеркальні жести появились. Здесь играет роль исключение только одно. Когда мы переводим переговоры, когда нам нужно четко поставить свою цель, мы настаиваем на своей позиции, вот там как раз единственное, нужно держать голову ровно. Это сила, это уверенность, непоколебимость. Но она нужна очень редко. Вначале нужен контакт, вначале нужно что-то. Потом равняйте голову и добивайте своего. Итак, первый прием понятно. Причем с аудиторией работает то же самое. Мы работаем с аудиторией. Посмотрите, как хорошо работает этим жестом в сериале «Обмани меня». Тим Рот. Вот так он работает очень хорошо. Что еще? Хотелось бы вам сказать еще такую вещь. Мы когда коммуницируем индивидуально, мы зачастую, чтобы заинтересовать человека, больше рассказываем о себе. Это надо, необходимо какая-то информация нужно дать, но очень важно, чтобы человек, который наш собеседник, почувствовал себя великолепно. Дайте человеку, чтобы он себя почувствовал классно, уверенно в себе, чтобы у него вызывались позитивные эмоции, и он будет хотеть встречи с вами. Как же это сделать? Очень просто, подмечайте отличные моменты. Что я вам сегодня с утра сказал, когда я пришел? Что у меня хорошая сукенка. И вы отлично выглядите. Да. И это правда. Но представьте себе, что я пришел и сказал, смотрите, какой я классный, он, классный пиджачок, а как галстучек, да, вот я такой-сякой. Людям не так интересно другие. Всем людям нравятся они сами. И бывает, что настроение не очень хорошее. И если вы можете его улучшить, уверенность человека вселить, он пойдет за вами. Дайте ему. Не надо своих регалий. Дайте человеку. Найдите в его, может быть, не самоуверенности, уверенность в себе. Вселите в него. И он ваш. Ось так, зрозуміло, робите комплімент, посміхаєтесь, нахил голови і все. Комунікація вже на 100% успішна. Следующий прием, третий. Я хочу сказать, что это необычно очень. Зачастую мы, кстати, очень хорошо он работает как в индивидуальной коммуникации, так и на публичных выступлениях. Это тогда, когда, значит, антивербовка, что ли, называется. Когда мы часто считаем, что если мы помогли людям, то они нам обязаны. Это и есть такое. Я помог вам устроиться в Киеве, и вы мне обязаны, допустим, да? На самом деле привязанность не такая сильная. Наоборот, это секрет уже. Люди, которые оказывают помощь, они привязываются гораздо больше к тем людям, чем наоборот. Ничего себе. Да, поэтому, когда вы... И поэтому, как мы это используем в жизни? На самом деле, нам просто нужно сделать момент, причем помощь может быть любая. Попросить людей перед выступлением помочь вам в чем-то. И сказать «благодарю», обозначить, что они вам помогли. Не просто так. А помощь может быть простая. Вы можете попросить, чтобы люди... Переставьте стульчик. Позовите, пожалуйста, людей уже, пусть... Можете открыть форточку? Угу. Сделайте кондиционер меньше. Помогите мне сделать что-то еще. Все. И самое главное, обязательно поблагодарить. Обозначьте, что человек вам помог. И в тот момент, когда люди уже будут сидеть перед вами, они уже ваши союзники. Они ваши соучастники этого мероприятия. Я же ей або ему допомогла. Да, я уже... Вот, да. И вы поверите, что вы когда начинаете, они будут вам кивать. Вот это. Вот так вот, когда вы вызываете, они уже с вами вместе, они уже работают, они уже, да, вам, вы им нравитесь больше. Самое главное, это очень хороший инструмент против страха. Особенно у людей часто бывает, что они прекрасные, компетентные люди, им есть что сказать, но страх помешает им это сделать. Вот этот прием универсальный, он реально убивает сразу несколько зайцев, включая страх. Ничего себе. Да. И, наверное... Мой любимый прием, он называется вроде бы просто визуализация. Здесь еще, как бы, получив его от того же НЛП и так далее, Ицхак Пентасевич, с которым я буквально неделю назад встречался, он называет его как фильм «Победа».
Очень хороший прием, красиво визуализируется. Когда у вас очень важное событие, причем даже не публичное выступление и не индивидуальная коммуникация, у вас что-то очень важное. Любой тренер знает, и спецслужба тоже это знает, что нужно это в мыслях прокрутить, это, прежде чем что-то это сделать. Поэтому вы должны понимать, что вы сами режиссер своего фильма. Вы главный актер своего фильма. Вы сценарист. И в деталях прокрутив успешное свое действие, в данном случае публичное выступление или индивидуальную коммуникацию, переговоры какие-то с начальником попросить помощи, зарплаты, отпуска. И в данном случае, когда вы проходите, вы достигаете максимального успеха. Вы настроены уже на это. Большая ошибка у людей, когда они думают о том, что ой, будет все плохо, ой, зайду, ой, будет все плохо, не буду на хорошее настраиваться, а то вдруг будет плохо, и я расстроюсь. И эти мысли, они притягиваются. Когда вы четко знаете, вы видите, что это очень хорошо. Я хочу сказать, даже в спецслужбах США перестали делать моделирование ситуаций через мультики. Как правильно нужно провести мероприятие. Почему? Потому что настолько упрощает события, как, а, так вот, оказывается, зайти налево, здесь занимаем, здесь и ведем дальше. Что перестали это делать, потому что люди упрощаются и потом сталкиваются с серьезной ситуацией. То есть реально, если вы хотите добиться успеха, смоделируйте себя в голове, прокрутите этот ролик хорошо, со смаком, порадуйтесь уже результату, вспомните, что это вам даст. От публичного выступления, от переговоров, это победа, этот успех, эти блага, признания, которые я желаю нашим телезрителям. Дякуємо вам за ваші поради. І дійсно, сьогодні ми показали, що спецслужби також можуть допомогти в успішній комунікації. І їх методи, мабуть, кожен з нас десь та й використовував, але не знав, звідки вони були. Дякуємо вам!